Привет, я Новиков Владимир Иванович, художник. Обществу выбрасываешь какие-то такие вещи, которые, может, даже многие не приемлют. В его картинах отражено время во всем богатстве. Я бы сказала, так и будущего, настоящего, и прошлого. Это как детей делить, да? Ты же их рожаешь. Ну, а здесь, получается, человек так и не открыл дверь, перебрав всевозможные игры. Я же в таких переделках был. Я же мог и неделями дома не быть. Просто у меня была клиническая смерть. Там такая история. Рассказать вам, что ли, ее? Не каждый вытерпит такой график. Ты вообще ни на критику не обращаешь внимания, ни на что. Пока там не скажут, парень, хватит, да? Ну, тогда раскройте маленькую тайну. Все погибали, кого-то убивали. Я оказался очень высоко-высоко, где-то в космосе. Так все-таки погружение в рай или игра со смертью?